Здравствуйте, в прямом эфире Арарат Ньюс, время новостей, в студии Алина Серегина. Сын Попекян заявил, что войска в Тавуше продолжают нести свою службу. Вооруженные силы Армении продолжают нести свою службу в Тавуше. Об этом министр обороны Армении Сен Попекян заявил журналистам в ответ на вопрос, собирается ли Ереван передать Баку 4 анклава в этом регионе и отвести войска. «Вооруженные силы продолжают выполнять свои задачи», — сказал министр. Тема анклавов вновь актуализировалась после того, как 9 марта в Азербайджане заявили, что в рамках делимитации и демаркации границы с Арменией должны быть решены вопросы освобождения 4 сел. Армянский премьер позже на пресс-конференции заявил, что это никакие села в Тавуше передаваться не собираются. В то же время, по его словам, власти планируют построить новые участки дорог взамен тех, которые выходят за пределы границ Армянской ССР. Никол Пашинян не исключил также, что процесс делимитации армяно-азербайджанской границы начнется с Тавушской области. В Армении хотят обсудить новые пошлины в авиации и обсудить налог на воздух. В Армении хотят внести пошлины на 13 видов услуг гражданской авиации. Об этом заявил на заседании Комиссии по экономическим вопросам парламента Армении замминистра территориального управления инфраструктуры республики Армен Симонян. Среди этих услуг оценка соответствия взлетно-посадочной полосы, сертификация аэронавигационных услуг, справка об объемах перевозки пассажиров и грузов, экзамены и присвоение квалификации диспетчерам и экипажам самолетов, обслуживание опасных воздушных грузов. Симонян уточнил, что Комитет гражданской авиации сейчас оказывает эти услуги авиакомпаниям и компаниям, управляющим аэропортами, но не взимает за это плату. В результате Комитет долгое время не мог повысить своим специалистам зарплату, и они уходили в частный сектор, где получают в несколько раз больше. Отвечая на вопрос о пошлине за выездное пересечение воздушного пространство страны, известное как плата за воздух, Симонян напомнил, что в прошлом году Армения собрала по их линии 17 миллиардов драм. Сейчас ведутся обсуждения о том, стоит ли ее оставить. В связи с этим Симонян отметил, что в ряде стран эта пошлина не взимается, но вместо этого с туристов взимается дополнительная пошлина за гостиницы. То есть во многих странах эта пошлина в принципе существует, просто взимается немного иначе. Отметим, плата за воздух не взимается с рейсов из Гюмрийского аэропорта Ширак, а также с новых воздушных направлений, открываемых с 2020 года во всех аэропортах. В Армении началось моделирование миссии на Марсе. Австрийское космическое агентство в сотрудничестве с армянским космическим агентством занялось аналоговым моделированием миссии на Марсе в рамках проекта Амадей-24. Оборудование миссии уже привезли на полигон под Армашем в провинции Арарат в Армении. 6 астронавтов, 2 женщины и 4 мужчин из Австрии, Германии, Италии, Нидерландов и Испании будут работать в изоляции с 12 марта по 5 апреля 2024 года на подготовкой будущих миссий на Марс. Всего в международном проекте участвуют более 200 ученых из 26 стран. Астронавты будут жить и работать в специально созданной для них среде обитания. Они будут покидать ее только в портативных марсианских костюмах. На время миссии связь с центром поддержки миссии в Вене будет осуществляться с 10-минутной задержкой, чтобы имитировать расстояние от Земли до Марса. Участники будут проводить эксперименты в области робототехники и геологии, а также они будут использовать дроны и марсоходы для исследования и составления карт окружающей среды, отбора проб почвы и транспортировки тяжелых грузов. На месте астронавтов будет поддерживать команда специалистов, которые обеспечат безопасность экипажа и возьмут на себя все необходимые ремонтные работы без взаимодействия с его участниками. Между тем, НАСА открыла набор кандидатов для участия в аналоговой миссии. Она станет второй из 3 серий наземных миссий. Эксперимент стартует весной 2025 года. Лада Нива презентовала песню для Евровидения 2024. Презентация песни и клипа группы «Лада Нива», которая будет представлять Армению на международном песенном конкурсе «Евровидение 24», состоялась в среду. Солистка группы Жаклин Багдасарян поет о том, как ей пытаются навязать патриархальные стереотипы, а она бунтует и танцует. О том, что Армению на конкурсе «Евровидение 2024» представит группа «Лада Нива», стало известно 9 марта. Солистка Жаклин Багдасарян – единственная армянка в многонациональном коллективе. В этом году песенный конкурс состоится 7, 9 и 11 мая в Мальме, Швеция. Напомним, на конкурсе Евровидение 2023 Армению представляла брюнет с песней «Future Lover», занявшая в итоге 14 место. Это были все новости к этому часу. В студии работала Алина Серегина. До новых встреч!